полиция – это силовой орган. Да, это сервисный орган. И да, это ребята новые и очень, очень аккуратные. Но если машина летит со скоростью 190, не отвечает на все предупредительные сигналы, проезжает сквозь снаряды полиции, то оружие будет применяться. Это так. И да, есть эмоция. Да, это первый раз, когда новая полиция применила оружие. Да, к сожалению, погиб человек. Но погиб он не из-за полицейских, а из-за того, что, находясь в состоянии, не буду говорить перед судом, неадекватности, эти ребята позволили такую ситуацию. И я хочу, чтобы каждый, кто находится на дорогах, знал, что мимо не едет сумасшедший в BMW со 190, со скоростью 190. И накануне этого события, вы помните, мажор один въехал в автобусную обстановку, убил женщину. И у нас таких ситуаций по стране 2-3 в месяц регулярные. Мы будем поддерживать полицейских, которые будут применять жесткие меры в ответ на такие брутальные нарушения. А что касается применения оружия, то, как согласно закону, всякий раз прокуратура проводит проверку любого случая применения оружия. Это же будет и сейчас. Есть случаи, когда полиция должна быть жесткой. Вот это самое главное. А по закону есть у них такое право. А что касается поддержки общества, я думаю, что везде, в всех городах, которые, где они работают, у них очень большая поддержка общества. Я думаю, что в Херсоне будет то же самое, потому что реально они ваша часть города.